Вот кого на насесте не ожидал увидеть. Так это утку. Да. На вкусной утке оставляю. Кучу сюрпризов за собой. Всем привет. Едем мы с Вовочкой за столбиками и сеткой. Закончились у нас столбики и сетка. Сейчас поедем, привезем столбики и сетку и будем делать забор. Как я вам, маски красавчик. Мы приехали на заправку. Я ходил оплачивать. Забрали мы эти посты, забрали мы сетку и купили скобы. Сейчас я вам покажу, сколько что стоило. Короче, такую мне квитанцию выдали. Эти посты. За один пост за 100 штук $743. Ну, 1,7 долларов 43 цента. За два рулона 6-футовой сетки 653 доллара. Вот 1396 долларов плюс налоги 1563 доллара 97 центов. И еще купил я такие вот скобки, прикручивать сетку и постом. Стоили они нам еще $15. Отличная цена. 15 центов за одну стопку. Специальные стали сделаны. Я заказал большую коробку на Амазоне, но она что-то долго идет. Там написали, они найти не могут, но это нормально. Редко кто найти может. Вернее, не редко, но часто не находят. Там будто руки повшикал. Я тоже повшикал. Найдите, у нас тут санитайзер, все дела. Вот. Сейчас санитайзеримся и поедем домой. Заправились, потому что что-то много бензина ушло. Мы туда-сюда ездили. А, ну, мы с прицепом, наверное, за это. Ладно. Кролик кушает яблочки. Вкусные. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ветрено сегодня. Но зато мух нет, а комаров. То, что мы купили сегодня. 100 постов, они чуть другие, видите? С дырочками, не с пырышками. Два рулона сетки. Не знаю, насколько нам это платит. Не хочется лишнего покупать, знаете, поэтому лучше съезжу еще раз, чем. Видели, она не дешевая. Вот. Самый легкий участок мы прошли, можно сказать. А, вот видите, это старый пост такой. Это новый. Но новые ничем лучше, они выше. Здесь 8 футов, а здесь 7. Поэтому у нас тут чуть торчало. Сетка 6-футовая, но из-за того, что надо хорошо вбить его, чтобы он не вываливался. Поэтому, видите, сетка торчала сверху. Здесь будет, в принципе, идти нормально. Самый интересный участок — это здесь. Ну и дальше тоже такие же. Теперь я спилил здесь. Он напилил кучу веток. И в принципе продолжаем идти. Так, нам надо идти и пилить все это. Все, что сможем спилить, спилим. Если нет, отступим просто чуть. Правее, левее мы не можем, потому что это не наша земля. Правее можем. Ладно. Удачи нам.
хоть дождя нет. Вчера дождь целый день шел. Так бы, может, хотя бы попилили бы здесь, но с того, что шел дождь, невозможно было работать. Там как на 3 метра отступаем. 3 метра колышек, 3 метра колышек. Здесь я спилил, пойду дальше пилить. Тут. Вот таким инструментом я работаю. Хорошая пила, недорого купил ее и, знаете, хорошо пилится. Это наша колотушка. А, еще видите, здесь трава высокая. Там Вовка поехал за трактором. Сейчас будем косить ее тоже, убирать. Чтобы сеточка легко становилась, хорошо в землю. А потом пусть растет. Решил вам кое-что показать. Видите, вот этот трехлистник, вот он, вон он, много его здесь полно, среди деревьев, такое невысокое растение, вот оно, видите, три листика такое. Это пойзонави, ядовитый плющ, очень ужасная вещь, причем настолько ужасная, коварная, что даже если вы ее срубите, сожгете и дыхнете этот дым, который, все равно получите отравление. Поэтому я работаю в перчатках и ни лицо, ничего не трогаю. Видите, как оделся, обулся. Будете в Северной Америке, запомните, 3 листика не трогать. Лили пошла метить. Территория. Короче, решетки мы сегодня не ставили. У нас то, смотрите, сколько мы леса вырубили. Вот это все был лес. Лес, 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 лес. Лес был, пеньки его нарубили. Лес. Здесь тоже повычищали все. Лес, давай, это все был лес. Вот меня и трактор. До сюда дошли, даже нашли здесь моток проволоки. Дерево срубилось. Следующая задача — это прорваться вот тут. Вырезать вот это все. Вырезать здесь, убрать вот это. Идти вот здесь. Фух, как в джунглях. Ладно. На сегодня хватит. Продолжим завтра, наверное. У нас поле по соседству. И тут журавли скосили пшеничку. И вот они ходят, лакомятся остатками. Красивые. Не боятся ни машины, парочка. Суббота, выходной день. Как вот все провести субботний выходной день? Это в джакузи с любимым. Наберите себе ванну воды, залезьте вдвоем и сидите там. Можете плавать по кругу. У нас цукини тут. Видите, зеленого была. Тут смотрите, какой вырос. Я не знаю, перепылился или что, а? Не скажете? Цукини, а тут вот такой.
настоящий. Это тыква сюда заползла. Смотрите, какая. Не знаю, что с этими тыквами всеми делать буду. Они ползут он оттуда через помидоры, через все. Приползли уже цукини лепли. Тут думаю, надо цукини поставить. А вот стою, думаю, что за цукини такое у меня? Это тыква приползла. Там еще лежит огромная, видите, раньше. Короче, с цукини у меня хорошо, а с тыквами вообще супер в этом. Птички поют. Это пи-пи-пи-пи, это сарки мои. А это утки. Сейчас пойдем новых утят смотреть. Мне вчера привезли двух утят. Мы когда уток черных покупали, каюк. Хотел купить тех хотят тоже, но они спрятались. Бурьян лучше всего у меня растет. Бурьян, смотрите, какой. А? Кому не надо, семена могу выставить. А что у нас тут? Еще тут, посмотрите, какая тыква красавица. Вон, еще, вон, еще лежит тыква красавица. А тут еще две тыквы красавицы, да? А вон еще красавица. А вот еще, смотрите, какая, а? Красотета. И еще. И нам еще навязалась. Тыква, это хорошо. И он туда поползли, туда поползли. Впечатляют. Через пару дней похолодания, да, плюс 2. Боюсь, чтобы заморозков не было опять. Я не знаю, что мне делать. Там, кстати, кукурузка поспела. Мы каждый вечер кушаем кукурузу сейчас. Не знаю, что делать с помидорами. Снимать зелеными или пусть стоят. Что они все никак не выспьют у меня. Ладно, пошли к утятам. Это два новеньких, этот и этот, это каюги. Полностью черные. Когда вырастают, у них перья такие черные с зеленым отливом. Ну, что-то, знаете, я заметил, мои перонцы гоняют их чуть-чуть. Поклевывают. Может, потому что они первые в этом блудере появились. Не знаю. А ну, походите, походите. Черненькие, красивые. Их мамка высидела. Все они из-под мамки. Все эти инкубаторские. Эти из-под мамки. Мы в прошлый раз, когда покупали, они спрятались. Вот и... Он с мужиком с этим списался, он мне написал, говорит, есть у меня еще одна утка, самка, и двое утят, хочешь, говорит, я тебе их привезу. Ну, наверное, понял, что я не поеду, хрен знает куда, с твоими сомнительными бенефитами. Ну, привез, привез, согласился. Я ему дал денежки, привез, утят мы сюда поселили. Честно думал, что наоборот черные будут этих гонять. Ну видите. Мне казались тогда даже черные крупнее, чем мои. Мои, видать, крупнее. Видите, как я их кормлю. Может, поэтому. Их все хорошо с едой. Что ты песню поешь? Идите, покушайте. Не пускают черных пить воду или что? Что за дедовщина, я не понял. Black Lives Matter. Пустите черных к воде. Вот, разберутся. Вот это пятый. Самый маленький. Я ему кесарево делал.
Конечно, утки очень грязная птица. Потом убирать за ними надо постоянно. Эти уже испачкали пудр. Сейчас покажу вам хоть одного, попытаюсь. Смотрите, красавчик, он чуть-чуть боится. Чего ты боишься? Он сильно испугался, сердечко застучалось. И все сразу расположились. Хотя мои не такие пугливые. Мои жирнее получаются намного. Смотрите, какой жопа какая у него большая. Ладно, отъедайтесь. Хотел взвесить, поставить в руках. Разница, конечно. Или ты ходишь там, червяков клюешь, да за большими утками пытаешься уклевать что-то. Или тебе вот сюда вот комбикорм. Вкусненький, стартовый. Да? С добавочками. Вкусняшка. Ладно. Не буду их мучить. Пойду лес рубить.